Приветствую. Если нужно оружие, с удовольствием для тебя что-нибудь сделаю. Не хочешь сыграть партию в гвинт?
Что такое? Дело у нас к тебе. Только зачем стоять под дождем? Пойдем ко мне, там и поговорим. Ну так в чем дело? Ты видел пригорок за деревней? Веками на нем ничего не было. И вот однажды просыпаемся, а там башня. Ну и сразу начал оттуда молниями шарашить, будто сам Нагльфар приплыл, и до сих пор не перестало. Надо что-то сделать с этой грозой, а то с такими волнами ни на лов, ни в поход не выйдешь. Вы туда войти пробовали? Мы-то... В то же утро, как башня появилась, сразу туда и пошли, почти всей деревней. Поздороваться с хозяином, если он с миром пришел, или прогнать, если он дурное задумал. Стучим, ломимся, никто не отвечает. Тут мы дверь открыли, да где стояли, там и сели. Почему? Потому как там за дверью показалась нам будто бы водная гладь, только стеной стоит. В жизни я ничего такого не видал. Друид сказал, что двери эти магические. А потом взял пятерых смельчаков, и вошли они. Но только до сей поры не вернулись. Ладно, я посмотрю, что это за башня. Как будешь внутри, поищи людей из нашей деревни. Шестеро хороших ребят туда ушло. Жалко будет их потерять. Я поищу. Пусть ведет тебя Хеймдаль. С
Слышишь звук? Это боги скрипят зубами. Значит, время войны. Время мечи точить. Кто вас поведет после смерти Брана? Чтобы бить черных, короля не нужно. Нет причин ждать. Покажи мне свои товары. Работа у тебя тяжелая. Не хочешь передохнуть и сыграть в гвинт? Хорошо, что подождет немного. Лишь бы сильнее не бил.
медальон дрожит. Это место силы.
закрылся. Снаружи башня казалась меньше. Обнаружен нарушитель. Прекратите вторжение. Прошу немедленно выйти. Попытка остановить вторжение не удалась. Приступаю к нейтрализации нарушителя. Кто-то мне поможет. И не кто-то, а сам знаменитый ведьмак. Слава богам. Повезло мне, что ты оказался в Ковере. Тебя прислал король Танкред или общество магов? И не те, и не другие. И мы не в Ковере, а на Скеллиге. Меня наняли местные, потому что твоя башня устроила шторм на их острове. На Скеллиге? То есть мы телепортировались? Ну, все еще хуже, чем я думал. Кажется, я не очень понимаю. О! В башне установлен дефенсивный регулятор магии. Чего? Это нечто вроде охранной системы. Она гарантирует, что башней сможет пользоваться только ее владелец. А обнаружив нарушителя, она закрывает все помещение и отказывает в доступе. Поскольку никто из нас владельцем башни не является, на меня напал голем, а ты торчишь за решеткой. Можно как-нибудь избежать дальнейших развлечений? Нужно выключить дефенсивный регулятор магии. Прежний владелец башни написал трактат о снятии подобных блокад. Глобальное размыкание Готфрида. Его копия наверняка должна быть где-то в башне. Принеси мне ее, и я попробую взломать защиту. Отправить тебя домой и перенести башню обратно в Ковер. Ты, как видно, меня знаешь, а я не знаю даже твоего имени. Зига Бунц, чародей и советник королевского двора в Пантванисе. Башня должна была стать моей резиденцией. Я купил ее на аукционе. То есть как? Она принадлежала Готфриду Стамфельду, довольно известному чародею. Когда он умер, наследники выставили башню на аукцион. Никто из них не захотел проверять, что дядюшка Готфрид держал в странных цветных банках. Не из-за них ли он потерял обоняние и левый глаз? Башню они продавали вместе со всем содержимым и по отличной цене. Жаль было не взять. Видел я в жизни разные чудеса, но башня, которая сама телепортируется, это что-то новое. Я пытался взломать защиту дефенсивного регулятора магии своими силами и, должно быть, где-то ошибся. Потом, наверное, открылся портал и выбросил нас на Скеллиге, что, в свою очередь, вызвало электромагнитные помехи. Отсюда гроза. Гроза, которую я обещал остановить. В таком случае... тебе придется найти глобальное размыкание Готфрида. Сюда же заходили деревенские? То, что от них осталось, лежит около голема. Они пришли сюда пару дней назад. Я еще удивился, что одежда у них странная. Но мне и в голову не пришло, что мы на Скеллиге. Их было совсем немного. А вел их друид. Башня их предупреждала. Но они не послушали. Может, если бы она поставила каждому по кружке пива и попросила по-хорошему, они бы и послушали. Над пустыми предупреждениями на Скеллиге только смеются. Ладно, пора отсюда выбираться и отправлять башню домой. Есть мысли, где искать этот трактат?
Логично начать с библиотеки. Думаю, ключ от нее где-то в лаборатории. А это где? Как войдешь в комнату напротив, лаборатория будет слева, а библиотека прямо. Только помни, ты здесь незваный гость. Башня наверняка попытается тебе помешать. Посмотрим, кто кому помешает. Заклятие и попробую снять барьер. Асраил и Фен Адвиглет. Кажется, они тоже встретили голема. Нарушитель башни. Начинаю затопление коридора. Оф!